Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня у нас будет разговорный видосик насчет Амазинга, короче. Точнее, насчет группы модпакера Амазинга и вообще насчет модпака Амазинга. Итак, пацаны, я так понял, работа идет полным ходом. Кто подписан на группу, тот уже в теме. Потому что... Да, пацаны. Ох, какие сосочки. Ох ты, ёб твое налево. Да-да-да, пацаны, да-да-да. Япошечки рулят. Просто сосочки, реально. Просто красавицы. RX-7, RX-8, Nissan Skyline GT-R34. Просто красавицы. Просто соски, блин. На самом деле, из этих трех тачек мне больше чуть-чуть Mazda вот эта RX-8 нравится. Или стоп, это RX-7. Нет, RX-7, по-моему. Красный это RX-7, если я не ошибаюсь. Ну, короче, вы поняли. Блин, просто соски, реально. На самом деле, я бы вот, я так понял, это будет вместо BMW, у которого фары поднимаются. Вот именно будет RX-8. Но, блин, я на самом деле бы поставил бы Toyota E86 хачроку. Было бы поприкольнее, я считаю. Ну, а так, в принципе, неплохо, пацаны. Будет коротенький такой видосик, если что. Так что, вот такие вот дела. И вот, просто изюминка, просто... Я просто влюбился в эту тачку, когда увидел. Lamborghini Huracan Roadster. Это просто жесть, пацаны. Это просто жесть. Это такая соска просто. Вы просто смотритесь в эту тачку, блядь. Это просто секс, реально. Это просто... Блин, это искусство, реально. Просто я хотел бы уже на ней поездить. Я догадываюсь, на какую она машину будет заменена. Но говорить я не буду, наверное, потому что начнутся перекупы. Я сам хочу эту машину себе купить, поэтому, пацаны, тут уже думайте сами. Ну, нет, у меня есть два варианта. Хотя, скорее всего, самый первый вариант, который я думаю, это он и есть. Что она будет заменена на тоже спорткар, но на другой. Это просто очень круто, пацаны. Также вместо Трелло сделал обсуждение в группе. Действуйте. Какое-то обсуждение он сделал вот здесь. Так. Ага, вот. Если вы знаете актуальные баги по нынешнему модпаку, то скидывайте сюда скриншот бага и его описание. Так, пацанчики здесь работают. А это с моего канала скриншот, кстати. Лол. Красавчики просто. Да, кстати, вот это, если прорисовали бы мотор нормально, было бы получше, я думаю. Баги. Так. Ну, видите, люди здесь пишут, люди находят баги, поэтому у кого есть тоже там какие-то баги, кто знает их, то пишите. Я просто со старым модбаком играю, поэтому от меня толку не будет, так сказать. Ну, чуваки, такой коротенький видосик. Подписывайтесь на группу, кстати, все ссылки в описании, если что, будут. Пишите там свои идеи. Я так понял, модпак идет, работа по модпаку идет полным ходом. А это очень круто, как по мне. Это просто очень круто. Так, еще хотел кое-что говорить. То, что чувак писал, зачем, типа, две Мазды. Ну, пацаны, на самом деле, блин, на серваке очень много, в основном, немцев, как вы можете понять. Я думаю, было бы круто, если бы модпак добавили... Крутые, редкие, легендарные машины там и так далее. Я думаю, это было бы очень круто, поэтому... Тут уже все зависит от модпакера, но вы можете писать ему свои пожелания, модельки. Кстати, вот чувак кинул М8, ну, как по мне, такое себе, ну... Это уже перебор, вот эту тачку в КРМП всовывать нельзя, она как-то уже не вписываться не будет, мне кажется, в... Ну, это чисто мое мнение, вписываться будет в игру, потому что, ну, это уже перебор, пацаны, это уже пиздец какой-то. Реально. А вот Muscle Car еще можно добавить, кстати. Это можно. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.